показатель, который определяет поведение теплоемкости в ДЦ. Теплоемкость тоже испытывает расходимость. Да. Ну, вообще говоря, считается с парамагнитной области. Есть коэффициент, как написан. Это оценивается. Так. Значит, параллель, если вот дифференцировать, так это у нас уже будет пропорционально. Давайте вспомним, там одна вторая, у нас еще была одна. Так. Thank you.
если вот это сейчас смотреть, противоположный вес оказывается пропорциональный кондиционной мышцы. Ну, а дальше надо графически представить значит, вот этот калькулятор. Ну, с учетом взаимодействия. Здесь в любом порядке, собственно, этот калькулятор не работает. Тут, когда теорему Ливера будете применять, у вас один раз, скажем, такая разница. И такая диаграмма, да? А следующая. Ну, ясно, что надо только связанные диаграммы рассматривать, чтобы посчитать термодинамические свойства. Вклад свободной энергии дают связанные диаграммы без внешних концов. Для грамматики рецепта. Ну, в первом порядке, если также по теореме Вика вычислять, следующий вклад будет.
получается. Вверху. Вводим новую переменную на x. Сейчас же вычислить будем. Делаем еще один замер. Так, здесь нижний предел тогда F. Верхний данный тогда писать. Здесь мы стрельцовываем. Диаграмма самая сложная, мы считаем правильно это. Скучно скрещивать. Много на это время уходит, да. Так, значит, здесь дальше. Мы рассматриваем ситуацию, когда у нас вблизи критических пациентов.
Да. Здесь так. Ну, на нижней неделе это не сохранится, да? Там могут исходить из них, поэтому держим как есть. А вот верхний предел, тут очень большой, большой величине импульса грязания, это большая величина, прибавляется малая добавка. Хорошо, двигик. Ну, а это я не здесь интересует нас, нас будет интересовать зависящее от этого слагаемое, поскольку надо будет дифференцировать два раза порядка, чтобы плеймать и получить. Это вклад первый диаграмм. Тут то, что зависит от этого.
Следующая у нас диаграмма идет вот такая, да? Только обратите внимание, это не сплошная линия, это вот именно будет там схема. Посчитаем, который мы берем. Здесь сразу учитываем, что U у нас величины эпсилон, так помните мы с вами были на прошлом занятии, что у нас U определяется числом компонент спина и эпсилон, то есть отклонение компонента в четверке. Поэтому сразу в интегралах можно полагать, что D4, то есть не учитывая, что там D4 минус эпсилон. Потому что поправка, поэтому мы будем умножаться на U, и это у нас эпсилон подрастет. Поэтому здесь сразу пишем D4. Здесь также делаем зип. На нижнем пределе получается F, и
уже оставляем за тысячи. Тоже работает идея. Я думаю, он еще единица, поэтому не пришел, но есть. Вот этот вклад даст любящий считай, да? Маленький вклад, или как остальное. По сути же, в первом случае это доказал посчитали. Если это все надо, то это уже ведущая оставляем это квадрат по самому времени, да? Так, у нас. Ведущий квадрат оставляем. Так. И получается, так здесь, чтобы аккуратно писать, так, вот так запишем, минус n, так, по единице 32, и так далее, выберем формулу, умножим на 16, на n, как скидали, видите. Вот это у нас как раз и есть ведущая сторона, и мало хайфа, но их расходиться будет бесконечности. Вот, собственно, это и будет как бы определять величину вот этой диаграммы. Все, 5 минут прошло, нет у нас? Нет. Так, третью давайте смотреть. Так, третья диаграмма у нас. Есть. А что надо понимать? Вот эта линия опять идет сюда сама. Опять общая есть петля, это может опять ее. Опять, если мы так вот покрутим, закрепим какие-то две точки, ничего не меняется. Умножить одна вторая. Все. Тогда.
Так, здесь. Так, у нас вот это было. Да, здесь вот, надо так понимать, когда можно как бы свести в точку. Ну, раз один плюс не зависит, то сейчас это действует. Такой эквивалент, ну, как электрический схема. Свести. То есть, здесь ком, здесь вот. Получается минус излишнего порядка 5,32
Также у нас где-то предыдущий проводилось. Вот это величину мы можем списать. Так как минус сигма. Надо Z плюс сигма. Это в самом начале, где мы определяли вот восприимчивость.
если что-то зарядовать, мы что-то забыть. А этому как-то помчали на предыдущий детский. Тут единственное, только надо рассматривать не до первого проблема, поскольку это для основания третьей части. А с чем мы будем сейчас работать?
потенциальный результат. Числа компонентов есть. Вот если поставить прям размерность для тройки, то есть в самом улице. Еще раз тебе
которая использовалась, чтобы сейчас было лучше. Значит, мы в самом начале используем пропорционную сопротивную теорему, то есть запределим. Значит, про что пойдет речь? Ну вот если мы объединяем Иисус, то это не затрудно ослабляемое. Видите, седьмые сигмы. Где и йод и сидон. Например, подъемный низкий сигма заправляет. Или только плоскостная, или типа сигма икс плакает. Идем корреляционную функцию.
Единственное, я здесь не буду писать координатные зависимости или импульсы. Рассматривается, как я приказал. Это корреляционная функция, по сути, вот от этого оператора.
теперь вспоминаем, как у нас Ильинска оператор появился. Установить зависимость от температуры этой величины. Определение три идет.
10 камер. Сразу, значит, договорились, что будем использовать диаграммы. Мы не можем первый, то есть ограничить все первым, да, первых вещей. Ну, а это, допустим, для тренировки диаграммы только когда будете считать. Либо в координатах с собой используйте. Если вы хотите на один слишком. Сейчас вычислим прием из этого оператора.
Что вы будете считать? Когда в скейтинге мы выводим соотношение, там от коэффициента всякие не обещают, а там главное ведущую зависимость от денег, как и мало как. Ну, а здесь уже надо все сколько почитать. Значит, дальше что, подставляем вот это выражение, да? Снимается, считаем коррекционные функции в любом порядке. Так, это у нас здесь через время правильно считаем, так, тут я все интегрально, координатно представляю. И сюда подставляем эту величину. Thank you.
Ну да, надо каждый из этих операторов справиться с этим. Так, здесь это можно справиться по поверьте, ну, чтобы связано для этого можно получилось. Так, но это автоматически посадить. Йод с йод, не на другой газ плав. А и свих. Тогда указывается у первый раз с нулем. Вернее, умеренно заводиться с этим. И тогда К тоже автоматически изменится. Получается, сумма стимулса останется сигма на нулевое, сигма на каждый из этих у нас F плюс К в квадрате, или К на плюс К в квадрате. Ну и вот результат единица на этом квадрате получается. Получили. Так, теперь сопоставляем уже позы с диаграммами порядка, аналитическое выражение диаграммы первого порядка. Так, соблюдаем.
Так. То есть это у нас вершинная часть потребления получается. Так. Вот для нее надо посчитать. Здесь замечаем, что это у нас функциональная эпсилон, поэтому можно сразу считать d четверки. Это получается минус n. Так, g в квадрат, это у нас единица на квадрат. Дирекционная функция, да? Так, здесь интеграл f на 4, да? Ну и тоже в предыдущем порядке, то есть вот этим не прикрепим сразу, это тоже для, поскольку это мало количество эмоций. Подставляем и получаем.
связан с этим. Тогда складываем на лицо, и это взаимодействие теперь. Включаем. Ну, либо у нас единица на квадрат, здесь это очень много получается. Функциональная зависимость, ну, красавчик, я бы сказал. Без представления. И все это должно быть пропорционально как раз тем, тому выражению, что получается из масштабных соотношений. Видите, здесь универсальный прием будет использоваться без нефти, это считается. Один раз вы из каких-то масштабных соотношений устанавливаете общую зависимость от параметра R, потом с помощью диаграмм это зависимость аналитических вычислений. Здесь получается, что пропорционально должно быть в этой штуке. Ну вот везде получились слагаемые цели. Получается отсюда наведение других металлов для вычислений. Получается ответ. Обратите внимание, универсален, то есть он не зависит от компонента и ее, то есть фиксирует какие-то x, y или там xz или zz. Опять же, здесь все определяется числом компонент спина и размерностью пространства. То есть отклонение еще. Ну вот если положить n равно 3,
обычно подъезжаем.